Клык, слушай, вы ведь уже проверили тропку на Лиманск? А Захар, кстати, тебе приветик. Он еще не в курсе, что ты в баре. Да, тропку мы проверили. Она стала непроходима. Большое скопление гравитационных аномалий. Почему раньше молчал о ней? Я не знал обратной дороги из этого города. К Захару зайду. Пропустим вечерком по бутылочке. Что ж, придется что-то придумать. Дельце у меня там есть. Немного не по нашей теме. Но выполнить надо. Да и нам, может, толк какой-то с этого будет. Не спеши отчаиваться. У меня и хорошая новость для тебя есть. Что за новость? Мы тут с Пилигримом другую тропку проверили, в Красный лес. Как раз оттуда и можно попасть в Лиманск, попутно выполнив несложное задание. Красный лес? А что там за дело у тебя? Есть сведения, что в Красном лесу группа охотников нашла кое-какие документы. Нужно бы их достать. Ты ведь с охотниками уже общался? У тебя это должно лучше получиться, чем у меня. Заодно и местность разведаешь. Тропка находится на северо-западе от ТП. Ты наверняка уже бывал там. Охотников найти легко. Я тебе метку сброшу. Связь держим как обычно, через КПК. Я пока в бае останусь. А Пилигрим пойдет еще одну тропку разведает. В старую деревню. Здорово, хлопцы. Дело у меня к вам. Чего хотел? Я от Клыка, за документом. Да не до тебя сейчас. Что случилось? Да прибился к нам сталкер один. С виду нормальный, а потом вдруг взял ночью и исчез, а рюкзак наш слямзил. В рюкзаке почти все наши пожитки, а смена через 2 недели. Вот скажи, как мы здесь еще 2 недели проживем? Ни еды толком, ни патронов. А где его искать, знаете? Да говорил, что долг у него перед холодом. Барменом на болотах. Ну так вот, говорит, наберу здесь хабара и долг отдам. Набрал сучара. Давайте схожу холодно на болото. Покумекаю. Может, хабарок ваш смогу найти. Вот это дело гутаешь. Если найдешь, выручишь нас сильно. Его, мужичка, Митька зовут. Здорово, я как всегда по делу. Да уж, выручки на тебе не сделать. Говори, зачем пришел. Мужичка одного ищу, Митьком кличет. Этот прошелыга? Да вор он. Мы его к себе даже на базу не пустили. Ищи его возле кладбища, что за церковью. Он там где-то обосновался. Не удивлюсь, если мертв уже. Я думаю, немало народу найдется, кто хотел бы с ним посчитаться. Ну и пусть. Она мне может. Ты еще... Мужики, спокойно. Спокойно. Это там случайно не Митька? Слышь, шел бы ты отсюда, а? Мужики, мне бы Митьку на пару слов, я сваливаю. Тихо, мирно. Гони 50 тысяч и можешь эту суку себе забирать. Это мы еще по-божески посчитали. Сколько эта крыса у нас украла? Вот, держи. Все, Митька свободен? Ну, мужик, ты мне теперь должен. Брат, братишка, вот спасибо. Они бы грохнули меня, точно тебе говорю. Ладно, по делу давай. Где рюкзак, который ты стоил у охотников в Красном лесу? Нету его. Меня по дороге бандиты поймали, рюкзак забрали. Еле ноги унес. Но раз нету, то это и мне не нужен. Доделаю то, что мужики не успели. Стой, ошибся я. Я это вспомнил. Не тот я им рюкзак отдал. Вот, держи. Ну ты и пес. Надо было дождаться, пока тебе мужики грохнут, а не платить деньги. Здорово, мужики. Глянь-ка, не ваша пропажа. Дай-ка посмотрю. Опа, это ж наш рюкзак. Ну, выручу, братишка. Ты извини, спешу я. Давай доки. Да-да, конечно. Только они у меня не с собой. Мы теперь перестраховываемся. Мало ли. В общем так, выйдешь из пещеры, иди все время прямо мимо кострища до танка. Вот возле него и поищи рюкзак. Документы в нем. Стрелок, ты еще в Красном лесу? Там деда Денис должен быть, тоже мое поручение выполняет. Найди его, пожалуйста, что-то душа у меня за него неспокойная. Поищи в районе заброшенной штольни.
Мужик, сюда! Держи аптечку. Спасибо тебе большое. Здорово, ты Денис? Ой, мужик, спасибо тебе. Спасибо, в голове как-то мутно. Тебя клык отправил? Ага, зайца твоя прикрыть. Он часто так делает. Одно и то же дело может двум разным людям поручить. Для перестраховки. Не знаю, зачем ты здесь. А меня отправили проверить старый тайник. Сказали, что документы там какие-то важные в нем. Ну и как? Документы у тебя? Пусто. Пустой тайник оказался. Я только проверить успел. Тут меня и накрыло. Первый раз контролёр попался. Эй, дружище, окажи услугу. Выведи меня отсюда. А то у меня ноги трясутся. Боюсь, один не дойду. Мне бы до базы сталкеров добраться. Что тут недалеко. Я бы у них пару-тройку дней перекантовался. Мне сейчас далеко не уйти. А если еще какие монстры попадутся? Все, пиши пропало. А я тебе за эту наводку одну дам на тайник в лесу. Его оставил один опытный сталкер. Сталкер тот сказал, чтобы тайник никто не трогал. Потому что он очень хорошо охраняется. Наши все знают, где он лежит. Но никто не отважился его взять. Потому что главная трудность – оказаться в живых. Если хочешь, можешь попробовать. Он где-то недалеко от аномалии, что в лесу. Выведешь меня? Да не вопрос. Иди за мной. Пишить не буду. Доведу до базы сталкеров. Take that!
Привет, старина. Здорово, стрелок. Ну что, доки у тебя? У меня. Как вспомню твои слова, да ерунда, плевое дело. Вот всегда меня смущали выражения, типа плевое дело, небольшая халтурка. Веет от таких дел обычно большой задницы. Это бывает. Зона непредсказуема. Все может быть. Давай их сюда. Ну что интересного в документах? Ты же знаешь, когда-то давно я работал на наемников, да и ты с этим моим словом уже познакомился. Там был один человек, так вот мы с ним вместе собирали информацию о зоне, но кое-чем мы с наемниками не делились и прятали в тайнике. Часть инфы записана была на флешке, часть прямо документами. После моей размолвки с наемниками, мне пришлось затихариться и все бросить. До пары до времени я думал, что те документы пропали, но вот сейчас я в этом сомневаюсь, поэтому я и отправил Дениса проверить один знакомый мне тайник. Но прошло 2 дня, а его все нет, и его КПК тоже молчит. Как назло, и Пелигрим куда-то пропал. Ушел уже давненько проверить тропку в старую деревню. И тоже тишина. Поэтому я и попросил тебя найти Дениса, пока ты в тех краях был. Ну как, нашел Дениса? Да, нашел. Его контролер, что ли, пытался в свою свиту прописать. Благо я вовремя успел. Отбил парня. Отвел его на стоянку сталкеров. Пусть отлежится 2-3 дня. Только вот незадача. Денис сказал, что тайник был пустой. Вот блин, не ожидал. Спасибо, что парня спас. А документы в тайнике сам смотрел? Да нет, Денис сказал, или... Без или. Денис парень проверенный, так что видно, кто-то до нас побывал. Ладно, отдохни пока, но недолго. Звездочет засветился, СМС мне скинул. На кордоне он, в лагере новичков, до тебя достучаться не может. Я ему сказал, что мы виделись, и пообещал, что если тебя увижу, к нему отправлю. Про старую карту он не в курсе, копию ведь ты сделал, вот и отдай ее. Иначе разговор у вас может не получиться. Как говорится, доверяй, но проверяй. Я тут справки навел, с доктором связался, чтобы он в курсе был, что я жив. А заодно и про звездочет спросил. Так вот, оказывается, они познакомились только на кордоне, после того, как он тебя из грузовика смерти вытащил, а не раньше. Делаю выводы. Парень вроде и неплох, но что-то у него свое на уме, не наше. Короче, сходи в лагерь новичков, а я пока с Пелигримом попробую связь наладить, а то никаких вестей от него. До встречи.